Всем вечерний приветик. Вот я как бы подошла к инкубатору, а яйцо на дно лежит не на своем месте, из души. Соответственно, надо искать того, кто с него вышел. Сейчас буду смотреть. Ну-ка, хоть бы все живы, кто там есть. О, зверь. А что ты такой перекосоебленный, не кидайся, только вышел. Только вышел, я вижу. Я тебя не трогаю, еще мокренький. Вот это вон яичко. Все. Что тебя так покрутило? Я не трогаю, не трогаю, не трогаю. Приходи в себя, приходи. Да. Сейчас подготовлю контейнер и буду пересаживать. И потом уже рассмотрю. Там спрашивали. Вот так вот они вылупляются. Манипусенькие, чтобы было понятно размер. Сейчас покажу. Вот это мой палец, чтобы понятен был размер. Все, солнце, все. Что-то тебя крутит, конечно, ненормально. Может быть, у него кислородное голодание, но сейчас высажу и на этот, на термоковрик буду смотреть. Буду вот в такой контейнер, вот понятно, что было. Это детский отсадник, он размером как раз его инкубатор. Влажная вот будет, как бы, салфеточка. Сейчас даже поилку ставить не буду, поилку поставлю позже, потому что поилка — это крышечка, он не может утонуть. Так, но мне не нравится, что его вот это еще до сих пор крутит. Вот видите, то есть что-то пока пошло не так. Они обычно быстро приходят в себя. И нигм у нас как бы в роду нет. То есть, чтобы была нигма, это непонятно. Но в любом случае, я его пересаживать сейчас буду и наблюдать. Не буду само пересаживание показывать, потому что у меня как бы рук-то мало. И снимать и пересаживать как бы стрёмно, чтобы дитё не убилось. Поэтому сейчас пересажу и посмотрим, как он уже будет в новом контейнере передвигаться. Вот видите, он заваливается на бочок. Вот что-то с ним не так, с ребенком. Высаживаю, не вытирая. Там еще снизу пуповина присохла и в земле. Это все отвалится, ничего не трогаю. Ничего трогать не буду. Яйцо мы выкидаем. Вот это вот. Вот с него он вышел. Вот. Вот эта тема. Вот это парное яйцо. Это то, которое, скорее всего, зефиркина будет идти на выкидание. Но пока обратно в инкубатор. Малышом явно что-то не так. Он вытягивает вот эту лапку. Видите, как? Как-то в суставе прогибает. Видите, напряженно ее держит. Ну, пока ничего я все равно делать не буду. Вот видите, колесом ставит. Вот, вот эти вот кругообразные движения, это не свойственно Эушке. То есть тут какая-то аномалия. Мне даже кажется, что и позвоночник искривлен. Но в любом случае я пока слежу. Сразу скажу, что часто с аномальным развитием дети гибнут, поэтому морально буду и к этому готовиться. Ну, конечно, хочется, чтобы все было в порядке. Но вот что-то тут пошло не так. Я уже выкладывала видео с детворой. Их когда высаживаешь, они, во-первых, ровно сидят, не заваливаются. Видите, и эту ногу он вытягивает. Даже сама посадка не такая у него. Вот. И не кружат дети. А он так вот, видите, как-то кружит в основном. Заваливается. Ну, буду смотреть, как он будет себя вести. Что будет дальше? Вот может даже искривление позвоночника. Видите, он как-то неровно спинку держит. Вот видно. Может, это искривление. Вот такое. Такого, честно скажу, раньше у меня не было. Но на Ютубе и на просторах, так сказать, среди заводчиков я такое часто слышала. Поэтому и такое может быть, и аномальное развитие. Очень похоже на как бы перекос позвоночника. Вот. Так что все, пока оставляю в покое, пусть подсыхает, а потом ему поилку поставлю. И будь что будет, куда деваться.